Распятие, Голгофский крест огромный, дорога пыльная, тяжелый длинный путь. И как хватило сил у Сына Бога пройти весь путь, не повернуть назад. Иссохли губы, жажда, тело в ранах, плевки, насмешки, злобный крик «Распни!» Смерть приготовила уже свой черный саван, считая по секундам эти дни. Не принуждал никто его решение взойти на крест на этот, за этот грешный мир. А ты представь хотя бы на мгновение насмешки, да какой же он кумир! Удары плетью, стон сквозь зубы сжатые, стекает кровь, все силы на износ. Живого места нет, одни лишь раны рваные. Как сына не почтить? Вот в чем вопрос. Совсем один, один в своих страданиях, оставлен небом, отступил отец лицом к лицу со смертью на свидании. На голове не из цветов венец. Он на себя взвалил наши проклятия, грехи, проказу, немощи и боль, не миновал позора и распятия. Признать все это ты сейчас изволь. И даже умирая, позаботился о том, кто рядом на кресте висел, простил и дал спасение разбойнику, открыв врата в божественный удел. Разверзлось небо, тьмой покрыло землю, и содрогнулись грешный мир и ад. Смерть проиграла, где ее победа? Иисус стоит у чистых в небо врат. Ну а сегодня помолчим немного и вспомним то, что сделал Иисус, каким был путь его от неба до Голгофы. Поразмышляет каждый ныне пусть. Аминь.